Пляж Белью отделен от пляжа Фанаби живописной скалой. По ней была проложена пешеходная тропа. На вершине расположен частный объект, похожий на крепость. В этом году тропу закрыли. Но мы по традиции прошли. Оттуда открываются чудные виды на пляж Фанаби и весь берег до порта Лос-Кристианос. Эти два пляжа соединены прекрасным променадом, розовой плиточкой, блестящей на солнце. Да в смысле? У меня открыты глаза, дедушка. One Americano, two espresso. Caramel. And cheesecake. Песок на пляже Фанаби мелкий, серый, как пыль. Полоса пляжа очень широкая. Песок хорошо утрамбован у воды. Много места для того, чтобы играть во всякие активные игры. Это рай для тех, кто любит подвижный отдых. Этот африканец продает красивые и красочные подстилки для пляжа. Иду купаться, посмотрим, что там под водой. Никак не могу привыкнуть, что в аквабоксе звук практически не слышен. И все время пытаюсь что-то сказать. Ну, что я увидела? Вода довольно чистая, и у разделительного волнореза я увидела ёжиков, но это так далеко от берега, что туда доплывает единица. А это вечерний Фанаби. Есть где погулять, отдохнуть, полюбоваться закатами, повеселиться в ресторане или просто пройтись вдоль берега. Это очень хорошее место для прогулок. На пляже Лос-Америкас нам нужно ехать на автобусе или на машине.
А что? Мы на пляже Лас-Америкас. Точно. Любуемся пейзажами. Сейчас правда. Пойдем купаться в тихое место. Потому что здесь купаться нельзя, здесь одни серфингисты. Да. И сильные волны, и камни. А ой, мы найдем правда. Хорошее тихое место. Ой, найдем, наверное. Около пляжа есть проблема с паркингом. Но где-нибудь вы обязательно припаркуетесь. Вот подойдет большой океанский паром на горизонте. И волны ему ни по чем. У Пупсона опять новый лук. Видите, какой лук? Сумочка новенькая с рынка. Да, мексиканский дизайн. Очень мне нравится. Ну, новый лук просто бомбический. Ну что ты сделаешь? Сайка в новом луке, это бомба сезона. Сезон бомбический. Да, все, в принципе, нормально. Чуть-чуть еще похудела. Вот мы подошли к пляжу. Тут кафе. Кафе и такой морской бассейн. Он отделен таким бортиком. Кафе. За ограждением бушуют волны, а здесь очень тихо, как в бассейне. Вот, собственно, пляж. Гуляем по пляжу, наслаждаемся прекрасной погодой. В Лас-Америкас. Не видно. Видно Лас-Америкас. Прикольные домики. Такой настильчик. Можно идти спокойно вдоль моря и наслаждаться. Сантьяго. Но до пляжа еще довольно далеко. Пляж в Лас-Америкесе специально для купания. Здесь нет волн. Дель Камиссе. Камиссе. Так, вот, так называют. Эту сторону и эту. Там волны. А здесь тихо. Тихо-тихо, как в бассейне. Вот мы пришли на пляж. Сейчас будем здесь купаться. Белый песочек. Чистенький. Совершенно светлый. Я поставила камеру в аквабокс и все пытаюсь рассказать какой-то чудный пляж. Но вы, конечно, этого не услышите. Сейчас я пойду купаться и покажу вам, что там на дне. Вода спокойная и довольно мутная. И на дне ничего нет. Ни одной рыбки, ни одного ёжика, даже в камнях. На закате этот пляж особенно прекрасен. Вот такой шикарненький променад Лас-Америкас. На фоне прекрасные горки. Народу никого. Сейчас пойдем в магазинчики. Посмотрим,
рождественские подарочки. Это Лас-Америкас. Лас-Америкас – веселое тусерное место, а мы приезжаем сюда побродить по магазинам. Вот наша прогулочка. Торговый центр «Сафари». Торговый центр. И мы здесь. Вот и Витя. Самый главный у меня действующее лицо. В этом фильме я показала отличные пляжи Лас-Америкас. В следующем будет Лос-Кристианос. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.